5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцес, добро пожаловать на мой канал. В общем, решил я записать еще один ролик, показать, сколько примерно этих корешков, талонов, этих генезис, которым нужно, чтобы отправлять груз, падают с тех и с той или иной локации. В этот раз хочу проверить бункер Браво и потом, если успею, пойти еще на ферму, полностью залутать и второй, третий, четвертый этаж, и ферму. Я не буду показывать, как я лутаю все эти этажи, потому что это бессмысленно, все уже все видели. У меня сейчас где-то порядка 40 этих талонов, корешков, я не знаю, не помню, как они называются на самом деле. И хочу посмотреть, за сколько дают за вот прохождение всего бункера Браво. Это же самая ходовая локация, по сути. Зомбарей тут много. Написано, что они даются за убийство всех зомбарей. Ну, и написано было, что и в бункерах тоже это учитывается. Сейчас хочу проверить, сколько это будет. Зачистил я бункер Браво. Я не стал открывать потайные комнаты. Просто побыстрее пытался его пройти. Что мы тут получаем? Секретный документ Кей. Прочитайте, чтобы получить очки информации о пропавшем человеке. Плюс у нас тут 35 зеленой крови зомби. 42 мозга, правильно. Так, лампочка не нужна. Вот эта хрень мне тоже не нужна. Я прочитал, и что мне это дало? И... Стоп. Не сюда. Я прочитал, я понял, все. Все, здесь что-то будет. Здесь уже 49 мозгов, плюс 39 крови. Неплохо. Так, это меня не интересует особо. Дальше у нас... Тут вообще ничего нету. Ну, связанное с документами или с этими мозгами, как я вижу. Тут лутец, как говорится, обычный. Жаль, я все забрать не смогу сразу. Вещество. Ну, вот эта хрень надо бы забрать каким-то образом. Ладно, потом сюда вернусь и все заберу. А сейчас поедем тогда на... сначала поедем съездим, посмотрим, сколько очков я заработал. Я вам так могу сказать. Минимальное количество очков, которое я видел зомби, это было 15. Максимальное 36. И это было с босса. С дреда мне давали 36. Плевуна давали 36. А с остальных 15, 17, 20. С джиггернаута 19 почему-то. С подрывника 15. А, кстати, да, если подрывник или какой-то зомби взрывается, очков вообще вы не получаете. За паразитов тоже очков не дают. Так, что я хотел? Надо положить таблетки и все, да? Что мне удалить-то отсюда бы, чтобы мне... А, вот это могу удалить. Так, ладно. Не будем мечкать, едем на лабораторию, смотрим, сколько очков мы получили. Итак, момент истины. Сколько очков... Как они называются, эти суки? Ага. Папа, что это такое? Короче, эти корешки, талон, не знаю, как хотите называйте. Я получил 2100. У меня было 30-40 штук, у меня сейчас 2134. То есть все три этажа я зачистил. И плюс получил еще вот эти вот предметы. Ну, где-то 100 мозгов, 8 зеленой крови. Тут еще 6, ну, чуть-чуть есть моих, которые у меня уже были, но не суть. В принципе, три этажа. Да, стрелок ходит много, но тем не менее получаем мы тоже прилично. Я хотел еще съездить на... Как называется это? Господи. Все путаюсь. Вот эту хрень. Фестивальная площадка. И посмотреть ритуалы, которые там можно выполнить с помощью глаз и с помощью сырого мяса. Я чуть-чуть перепутал локацию. Мне надо было на зловещую ферму. Здесь были всякие ритуальные эти штуковины с помощью глаз и с помощью мяса. Так, где это было? Вот здесь. Нам нужны глаза. Положили части зомби в могилу и почувствуйте что-то присутствие рядом. Кто это? Тыквоголовый. А, и все? Че? То есть я получил одну свечу. Серьезно?
Хорошо, а что тогда по поводу... А, тут много их, фу, блин, я уже испугался. Все, понял, все понял, тут их не один. Получается, я найду все 5 свечей, которые мне надо, да? Отлично. Но прежде чем активировать эти 5 свечей, я хочу вот эту штуковину сделать. Вот, мясо надо было. Что дальше? Выложили мясо, услышали приближающиеся шаги. Зомби-фермер. То есть, по сути, это дополнительный спам зомби, чтобы получать глаза. А, все, понял. Базара нет. И сколько получаем мы? 4 глаза, не, 5. А, то есть завтра я могу снова активировать эту хреновину. Ну, буквально не завтра, через 12 часов или 21, сколько она там кдшится, не помню уже. Ну, в общем, это бесконечная хрень. И потом мы ставим еще свечи. Кто-то бежит на свет. Серый волк. Кто это такие? Джей. Ух ты, какой симпатия. Это обычный толстяк, ладно, я понял. Просто текстуру немного изменили, но все равно прикольно. И тут мы получаем мясо. То есть 5 кусков мяса, логично. А с тебя 3 тыквы и 3 сладости. Неплохо, неплохо. Мясо есть, шкура есть, и еще шкура и мясо. Отлично, я понял, как это все работает. Теперь я знаю хотя бы, зачем мне сюда приходить и что я могу получить. То есть в итоге за все 3 ритуала мы получаем тыкву и сладости, которые мы можем потом загрузить в ящик и отправить доставку. Теперь отправимся на ферму, я зачищу ее по-быстрому и снова вернемся в лабораторию, посмотрим, сколько нам это все дало, ну, в плане очков. Нашивок, во, помню. Это называется нашивки. Зачистил я ферму, получил 3 документа по поводу Кея. Я их уже прочитал, забыл, что ролик был, видео не монтировал, не записывалось. В итоге случайно применил. Плюс мы получили 11 мозгов зомби и 12 пробирок. Тут, по идее, 12 должно быть из этих самых мозгов, потому что один я спрятал в байк. Ну и все остальное не связано никак с сезоном. С быков зараженных, сразу говорю, ничего не падает. С рейдеров тоже. С босса выпало 100 нашивок, а с остальных зомби по 8, 10 и 15 вот что-то было. Но точно не уверен. По-моему, по 8, по 10. Даже с гигантов вот этих, которые ваншотят. Сейчас посмотрим, что в итоге у нас получилось по нашивкам, сколько мы их добыли, и сделаем выводы, какие локации лучше чистить. Мотель, я не думаю, что там слишком много дадут. Ферма, бункер Альфа, бункер Браво. Ну и полицейский участок. Ну там да, там должно быть дохрена, но опять же зависит от волн, которую пройдете. Тоже надо будет протестировать это дело и посмотреть. У меня было 2100. Сейчас у меня 2600. Ну да, где-то 500 очков в среднем я получил. Не так много, но не так мало. Опять же, ферма не такая сложная, как бункер Браво. Давайте я вот заберу вот эти штуковины. Посмотрим, что мы с этим сможем вообще сделать. Так, глаза нам нужны в другом месте немного. Мозги, вот это все мы забираем сейчас. А, стоп. Я пробирки забыл. Да. Пробирочки я забыл. Так, состакаем их. И это состакаем. Сейчас посмотрим. Так, потом я тебе немножко отвечу. Здесь что мы делаем? Что мы делаем? У нас есть в большом количестве мозги, в большом количестве зеленая кровь. Конфет, сладости у нас мало. Тыкв у нас тоже мало. А какие рецепты мы можем здесь сварганить? Получается сумка-холодильник, сумка-холодильник, коробка сладостей. То есть можем купить 2 коробки сладостей и холодильники остальные. Получается так. Вот эта коробка сладостей купить 2 штуки. Остальные будут холодильники. Ну, штук 5, наверное, купим. Благо, они делаются быстро, ничего сложного здесь нету. Просто закидываем ресурсы и все. А, у меня уже были, кстати говоря. Ну вот ты, допустим, ускорить. Хоба, у нас готово. И конфеты ускорить у нас готово.
И здесь то же самое с мозгами. Ускорить, раз, ускорить, два, ускорить, три. Па-па-па-па-па. Это надо удалить. И получается вот так. 37, 50. 4 таких, 2 таких. Что мы будем с этим делать? Посмотрим по заданию. Что у меня вообще тут есть по заданию? Корешки у меня есть. Вот, полевые испытания. Угу. То есть тут 8 дают опыта. Но надо 400 нашивок. Ну, давайте попробуем, чисто ради интереса. Что дает? А, вот, принять. Получается, у нас раз есть, дополнительно за 800. У вас 2,19. Давайте попробую. Вот так, 32 и 50. Со страховкой 40, допустим, раз мы все уже начали, попробуем так. Что у нас происходит? Проезжаем в сторону больницы, что делать? Медикаменты лишние будут, наверняка там ничего не осталось, не тратьте зря время, пойдем дальше. Не хочу останавливаться, мне кажется, это будет себе дороже. Недалеко от маршрута замечен заброшенный лагерь, возможно, там осталось что-то ценное. Едем дальше, пофигу, по барабану, в следующий раз куда-то сходим. А сейчас пока так, завершить. Угу. То есть мы получили 3 уровня, я был 6-й. Получил 3 уровня. 15 это 60 очков. Плюс-минус. Ну, 50 мне дали. Да. Неплохо так качаться. Но, блин, это бункер опять чистить. У меня вот эти, кстати, терминал, да, эти штуки и бутылок у меня нету. К сожалению, не могу его принять никак. Зато есть вот этот. Могу раз принять, два принять. Третьего у меня нету. Со страховкой начинаем. Конечно, выбежал какой-то парень, просит помощи остановиться. Не-не, подозрительно, не-не, едем дальше. Путь поговорил, выживший, просит помощи. Проезжаем мимо, пофигу, игнорим. Мы жесткие парни. Конечно, может что-то выпасть из этого, что типа мы поможем, нам что-то выпадет, все дела. Но мне кажется, что лучше не надо. Задания остальные выполнять не могу. Почему? Потому что у меня нет ящиков. Логично. Но... Опять же, не, еще получил 2 уровня. Блин, тут они реально очень-очень низечно качаются. Ну, на данный момент. Не знаю, потом что будет, но пока что они качаются реально очень-очень просто. У меня, кстати, еще 2 ящика таких есть. Я мог бы сделать еще, но мне что-то кажется, что там заданий таких нету. Или есть, но я не могу их... Почему я вот не могу его принять? Не могу. И это тоже не могу. Почему? Не понимаю. То есть я должен выполнить вот это, но у меня таких хреновин нету, к сожалению. Шампанское, блин, оно падает очень редко и очень мало, и на одной локации причем. Единственное, что могу покупать, это вот эти. Таких мне бессмысленно пока покупать. И это тоже особо бесполезно. А на других у меня вариантов типа нету. Ну, допустим, у меня вот это. И все. Ладно, в общем. Хотя... Нет, у меня больше-то вариантов реально нету. Больше никаких вариков нету, где это добывать. Ладно, на этом, пожалуй, ролик закончу. Я вам показал, что в бункере Браво можно налутать 2100 нашивок. Это пипец как много. Ну, судя по уровню, который я получил. Но при этом надо изрядно потратиться. На ферме там получаем около 500 очков, плюс-минус. 100 только за босса, ну плюс остальные зомби. Мотель надо будет проверить потом, и бункер Альфа. Господи, как я не хочу бункер Альфа идти. Ну и полицейский участок пройти 99 волн, это еще одна морока. В общем, посмотрим, как это будет по ситуации. А если вам нравятся такие ролики, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.